Хорошо, что победили, хорошо, что дожали все-таки. Вот. Скажу, что ФК Минск очень хорошо оборонялся, хорошо в контратаку выбегали. Это у них и с Брестом тоже получалось неплохо. Вот. Ну, а те проблемы, что не существуют, я их и знаю. Это игра в обороне. Каждый матч мы и пропускаем, и ошибки допускаем очень такие. Какая-то нервозность есть. Но это дело поправимое. И я думаю, когда наладим оборону, будем более уверенно играть. Футболисты есть для этого. И как бы хорошо, что все-таки достигли положительный результат и двигаемся дальше. Будем ответить ваш вопрос. Если на кофе чуть погромче, микрофон. Очень важно. Сили. Сергей Витальевич, сегодня отличились результативными баллами ваши новички. Как они интегрируются в команду и насколько они себя сейчас показывают? Тот же Перевич, тот же Кичин, тот же Ярченко. Не, понятно, что они еще не показывают свою оптимальную игру. Вот. Есть у меня тоже вопросы к ним по игре в плане, как ее улучшить. Вот. Все равно они еще где-то так, играют тот футбол, в который они играли в своих клубах. Вот. Но я же говорю, что я вижу, у нас есть, как это правильно сказать, у нас есть хорошие игроки и есть потенциал. Не так просто, чтобы сразу новые ребята влились в команду, и команда сразу начала давать результат. Но, видите, с Гомелем проявили характер, здесь проявили характер. И так и строится команда потихоньку по кирпичику.